Привет всем! Сегодня второй день чистки полигона. И вот что мы делаем. Тут у нас будет зона отдыха. Вот траву кашу. Здесь будет скоро красиво. Здесь у нас пока что расчистка идет. Во, уже есть естественный вал из веток. Вот наши помощники. Сейчас здесь будет стена. Короче, мы устали. Сегодня вот прочистили мертвяк. Все, что смогли, побрызгали территорию от мошек. Тут мошки, короче, мы их потравили. Вот, и вот здесь вот почистили, сделали два таких укрытия. Вот за ними можно будет прятаться. Попробуем сделать полигон с такими более естественными укрытиями. Надеюсь, получится. Ну, работы еще много. Прям заросли дофига. Еще предстоит покрышки расставить. А для тех, кто не в курсе, скажу, что мы строим страйкбольный полигон в Бишкеке. И, ребят, кстати, если можете помочь, то нам очень нужны всякие плоские штуки, типа фанеры, там, шифера, USB, не знаю, доски какие-то. Если у вас есть, завалялось и вам не нужно, можете отдать. Я с радостью бы принял бы это. Из этих материалов мы бы также дальше строили полигон. Спасибо большое. Всем пока-пока.